Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях заслужений майстер спорту, головний тренер національної збірної України з футзалу Олександр Косенко. Вітаю, Олександре. Добрий день. Сьогодні поговоримо і про минуле, і про сьогодення. Для багатьох буде цікаво дізнатися, от як починався ваш шлях у спорті. Одразу обрали футбол, футзал або спробували себе в інших видах спорту? Ну, совершенно обычное детство для того времени. Вырос, родился в рабочей семье. Вот, и с детства играл в футбол, но сначала занимался спортивной гимнастикой, ну, в секции. Потом плавание было. И только с 10 лет я пошел в секцию футбола. Вот. От уже цікаво, спробували себе в двох видах спорту. А чому спершу на спортивну гімнастику пішли? Ну, в школі на уроки фізкультури прийшов тренер посмотреть, і ну, у мене вийшло неплохо там на різних снарядах, там турнік, брусья, конь, там все хорошо. Мене пригласив позаниматися спортивною гімнастикою, і, в принципі, у мене все хорошо получалось, у меня уже был третий взрослый. Вот. Но потом тренер уехал, поменялся тренер, и у меня не сложились потом отношения с другим тренером. Я еще ребенок был, ну, немножко у него другой подход был, и я не смог, ну, как бы поменять это все. И... А как потрапили на плавание? На плавание рядом, бассейн был, бросил гимнастику, надо было, ну, как бы что-то это... Попробовал плавание, но плавание мне не пошло. Ну, чуть-чуть позанимался и выбрал футбол потом. Як це відбулося? Мабуть, у дворі з хлопчиками постійно грали. Чому? Ну, во дворі ми грали, скільки я себе помню, ну, футбол во дворі це було, ну, для нас це обычное дело, для всіх. Ну, всі росли тоді, всі грали на площадках, в коробках там и так далее. Вот. А так получилось, что рядом стадион завода прессов был, и там тренировался Днепр 75-69 год, я был 70-го, но я пришел, записался. Кто был первым тренером? Бурханов Анатолий Исламович, я у него полгода позанимался, и он меня передал в Днепр 75-70 года Садовнику Алексею Ивановичу. Вот. Ну, далеко надо было ездить, и как-то было тяжело, вот, как-то так совмещал, ну, так, и до самого выпуска у Алексея Ивановича. На Червоному камені? Да, Красный камень, ездил с 12-го квартала, ну, тяжеловато было через весь город, вот, приходилось рано вставать, поздно ложиться. Ну, нічого, і тут нормально. Дуже цікавий факт, до речі, нетиповий для спортсмена. Ви закінчили загальноосвітню школу зі срібною медаллю. Як вам це вдалося? Не знаю. Тим більш такі, ну, переїзди до тренувань. Ну, я говорю, времени взагалі не було практично. Ну, тренировки... Мабуть, легко давалося навчання, і ви все запам'ятали на уроках. Ну, я учився хорошо с самого первого класса, и когда учился в общеобразовательном, не в спецклассе, в спортивном, а в 112-й школе я учился, и когда я переходил уже в спортивную школу, то, ну, меня не хотели отпускать, говорили, что я, ну, перестану учиться там, и ты забросишь учебу, у тебя будет только спорт. Но я пообещал, как бы, что не перестану учиться, буду, ну, стараться продолжать учиться, и, ну, мне и самому было, в принципе, интересно. Вот. Ну и в то же время, как бы, дал обещание, и учитель, ну, мой учитель первый, ну, не первый, а который был классным руководителем у нас, Альбина Ивановна Смирнова, вот, она, как бы, не то чтобы контролировала, но интересовалась, как я занимаюсь, ну, и, как бы, мне было приятно, что я продолжаю, как бы, учиться, и, ну, как-то так совмещал. Ну, тяжело было, но получалось.
ВСДШОР Дніпро-75 ви грали у команді 70-го року народження, ви народилися 18 січня 1970 року. От з ким ви грали, хто був вашим партнером, які досягнення здобула команда ваша? Ну, командних таких достижений больших у нас не було, вот. А з ігроків то Валерій Воробйов, він в великому футболі себя проявил и в сборной Украине играл. Ну, все, наверное, помнят. Вот. А так как-то получилось, что в основном у нас были такие техничные все. Мы так, комбинационный у нас стиль был такой. Алексей Иванович нам прививал. Ну, он и любил такую игру в пас, техничных игроков любил. И у нас много ребят именно заиграло именно в футзал. Ну, Константин Еременко чуть-чуть там был, он потом за 71-й год играл, а так у нас были и братья москалюки у нас, которые, ну, многие знают, что они играли за механизатор и выигрывали Кубок СССР, и становились чемпионами Украины, играли в сборной Украины. Александр Москалюк бронзовую бутсу получил на чемпионате мира в 96-м году, уступив только двум бразильцам. То есть, ну, это такие достижения серьезные, так скажем. І хорошо, коли все ж таки грали, став вибір? Або великий футбол, да, або футзал? Да, мабуть, 23 роки, коли запросили вже на постійній основі до механізатора? Ну, у мене теж була така дилема. Ну, как бы тоже... Приходилось вибирати, або футзал, або великий футбол. Ну, я розумів, що великий футбол, ну, вже на високому рівні я не заіграю. От тому я спробував футзал. Тем более, что мне говорили, что получается, и мы там и по вузам все выигрывали, футзал, и... А была, до речи, еще одна дилемма, так, после того, как закончили металлургийный институт, або идти за фахом, за экономичным фахом, ну, працювати до податкової, так? Да, да. Ну, тоді там выбирать, дуже, или... дуже замало, так? Выбирали, да, или в налоговую идти работать, да, или играть в футзал, вот, ну, как бы... И все ж такое... на распутье камень стоял, да, и куда пойти, влево или вправо, выбрал футзал. Ну, в принципе, сейчас прошли годы, я понимаю, что я выбрал правильную дорогу, ну, для себя. Расскажите, как грав механизатор, я теж застав ті часи, які люди, які гравці тоді грали, тренери, які тренували. От розкажіть, які у вас пригади зараз? Для мене механізатор – це Геннадій Григорійович Шур. Это, ну, человек, который меня пригласил в футзал, и считаю его так своим наставником, самым главным в футзале. Он мне как бы дал дорогу, он меня заметил. Всего этого могло, ну, и не быть, знаете, как, потому что не, ну, не позвал бы Геннадий Григорьевич, и, ну, скорее всего, ну, вряд ли б я футзалом и занимался. Ну, может быть, на город играл бы там где-то, ну, там, не знаю. Вот. А так, и причем надо отдать должное Геннадию Григорьевичу. Ну, другой бы тренер бы там пригласил, ну, отказался человек. Ну, не хочешь и не надо, знаете. А он настойчиво ходил там 3 месяца, оббивал пороги там. Не то чтобы просил, но хотел меня убедить, что у меня все получится, ну, как бы... И в этом плане Геннадий Григорьевич действительно, ну, как бы имеет талант в этом плане. Он раскрыл очень много игроков, очень много, если перечислять, там и Константин Еременко, братья Москалюки, Сергей Федоренко, Юрий Миргородский. Там, ну, сейчас я извиняюсь, может, всех даже я и не вспомню, ну, но действительно это очень много. Это с механизатора вообще... зародился весь футзал в Украине. Это, ну, как бы отсюда вот истоки всего футзала, отсюда все начиналось. Вот. И, ну, наверное, надо вспомнить и Александра Яковлевича Хандрыгу, который это все дело, ну, как... Смог организовать. Смог организовать, да, и они... вдвоем с Геннадием Григорьевичем подняли футзал, ну, на такой уровень. Потом начали все тянуться, и потом
и там и Запорожье, и Харьков, и Одесса, и Киев, и пошло. А до речі, у 95-му механізатор став чемпіоном України, у 96-му бронзові нагороди здобув, так? І у 96-му відбувся чемпіонат світу. Ви грали на чемпіонаті світу? Да, ми тогда. Дуже досягнення і дотепер це найвисокий результат збірної України, четверте місце, так? Да. От пригадайте, де це відбувалося? Ну, это в Испании был чемпионат мира. Який рівень був чемпіонату? Уровень, если сравнивать сейчас, то, допустим, если брать топовые сборные, да, то и на том чемпионате и бразильцы, и испанцы, и Россия, ну, они всегда, сколько я помню, они всегда этот топовый уровень держат, и неважно, какой это год, там, 92-й, там, или 2020-й, вот, они всегда на уровне, всегда играют, вот, и сейчас средний уровень очень вырос, сейчас очень много хороших команд, очень много хороших игроков, уровень очень подрос. Вот. Тогда средний уровень, тогда были другие команды тоже, те же голландцы, Уругвай, там тоже были хорошие команды. Вот. Нам тогда не с чем было сравнивать, и действительно, ну, было очень интересно, было очень, ну, и такие игры были захватывающие, что мы с голландцами 4-4, потом с Уругваем настолько победа устраивала, мы проигрывали 3-2. И выиграли 5-3, вышли в полуфинал с бразильцами, не в полуфинале, а с бразильцами сыграли в ничью 2-2. Это единственное, ну, мы единственные с ними в ничью сыграли. Все остальные проиграли, даже испанцы там дома играли, и, ну, хотели их обыграть. Вот мы с ними сыграли в ничью. Ну, в полуфинале проиграли испанцам 4-1, и за бронзу России 3-2 проиграли. Вот, ну, действительно, я говорю, Александр Москалюк получил бронзовую бутсу. У 96-му ви перейшли до Одеського Локомотива, де зібралася досить потужна команда. Два рази Локомотив ставав чемпіоном України, стільки ж вигравав кубок. А механізатор, ну, ви вже, ви, не тільки ви, і тренери, мабуть, розуміли, да, ще на один сезон залишився, а потім через, через прикре фінансування вже припинив своє спорту. Вже на той момент, вже коли ми закінчували грати, вже у нас не було фінансування. І ми навіть золотий матч, ми не бронзовий, ми серебряний, ми грали золотий матч. Ну, це таке курйозна така історія, звісно. А в 96-му році? Да, ми грали золотий матч, у нас було порівно очков з Локомотивом. Вот, и мы даже, ну, думали, решали, ехать или не ехать на золотой матч, потому что, ну, финансирования не было. Ну, как бы, понятно, мы все равно поехали, потому что спортивный интерес все равно на первом месте. И все равно мы, ну, нам хотелось стать чемпионами. Ну, просто я говорю, что уже финансирования на тот момент уже, ну, не было уже финансирования. Поэтому мы, когда переходили в Одессу, вот мы понимали, что мы, ну, никого, ну, как бы не обижаем этим переходом. Так, в Одессе вот, был так уже гарный период, так? Не, в Одессе мы вообще не проиграли ни одной игры за два года. Мы все выигрывали, участвовали в Лиге чемпионов. Ну, на тот момент. А потом теж, мабуть, через финансирование Локомотив став гальмовать. Ну, да, пришел новый начальник железной дороги. Вот, и убрал из бюджета эту статью расходов, так скажем, на Одесский Локомотив футзальный, и все. Потом был Запоріжкокс, соседнего Запоріжжя, где вы выиграли срібні, бронзові нагороди, два роки були. Ну, теж був, перспективна була команда, перспективний був проект, так чи ні? Да, хорошая у нас была команда, и как раз Геннадий Григорьевич возглавил Запоріжкокс, и, ну, как раз он согласился, ну, там, ну, многие факторы совпали, мы перешли, он видел, что, ну, он с нами уже работал, ему как бы уже было интересно, этот проект интересен, и мы лидировали весь чемпионат. И по игре мы были самой зрелищной командой. Это не мое мнение, это мнение, ну, всех, 90%. А кто тогда став чемпионом? Тогда
Интеркас там, да, Интеркас, киевский Интеркас. Вот. И мы лидировали там за три тура до конца, мы не проиграли ни одной игры, а потом в конце как-то что-то нам не хватило. Вот, и, ну, как бы... Потім був вже міжнародний досвід. У 2000 році колишній тренер Одеського Локомотива Валерій Водян очолив російський клуб з Екатеринбурга «Фінпромко Альфа» і запросив 6 гравців з України, у тому числі і вас. Гарний досвід. Кубок Росії, Кубок Володарів, Кубки Європи. Да, теж. Ну, взагалі, кожен період в житті, він якийсь оставив слід свій. Вот, и международный опыт для меня тоже был очень такой интересный, полезный. Вот мы выиграли Кубок России впервые тоже в истории, так скажем, России. Никто не выигрывал, кроме московских команд, никакой турнир не выигрывал. Там Дина доминирующей такой силой была на тот момент. Вот. И Кубок, если России кто-то выигрывал, то это была московская команда. Это впервые в истории. Команда, провинциальная команда, не из столицы, выиграла Кубок России. И, ну, мы обыграли, и мы как раз обыграли Дину в финале 4-3 мы обыграли. Хотя в группе мы им проиграли 3-1, но в финале как бы взяли реванш и выиграли Кубок России. И потом поехали на Кубок Кубков, еще и выиграли Кубок Кубков. Ну, как бы... Приятні теж спогади, хороша команда, хороший колектив. Потім був Донецький футзальний клуб «Шахтар», з яким ви виграли ще два чемпіонських титули і довели кількість титулів до п'яти. А от, до речі, ну, «Шахтар» потім теж припинив своє існування. От чого в нашій країні дуже часто трапляються такі речі? Припинення існування спортивних клубів. До речі, не тільки футбол, футзал, це стосується і баскетболу, волейболу, гандболу, хокею, ігрових видів спорту. Ну, тому що у нас немає, так скажем, такої клубної, да, от, так скажем, як... У нас клуб зависит от президента. Ну, у нас не президент зависит от клуба, да, а клуб зависит от президента. Прийшов президент, ну, понятно, у нас все от финансирования. У президента есть деньги, финансируется стабильно, можно пригласить игроков, можно сделать хорошую команду, можно что-то выиграть. Потом в какой-то момент происходят определенные события, или это уже неинтересно президенту, или там, не знаю, там, ну, какие-то другие факторы, там, ну, какая-то смена там, руководителя там, клуба, и все. Финансирование сразу прекращается, все разбегаются. Ну, клуб уже, который что-то выигрывал, уже становится неинтересно, или надо начинать опять с нуля, опять это кропотливо, все это находить и финансирование. Если это клуб с именем, то это еще какие-то шансы есть. Там, ну, ну, как показывает практика, що в футзалі навіть клуб з іменем, ну, не справляється з цими проблемами. Ну, раніше у Радянському Союзі клуб, команди були при заводах, і влада теж допомагала клубам. От, мабуть, потрібно, щоб влада теж контролювала ці процеси і створювала, або, ну, якось мала частку у цих клубах, там 10% чи скільки, і теж займалася, можливо, пошуком спонсорів або таких акціонерних товариств. Ну, треба з цим щось робити. Должен бути клуб, да, от клуб должен бути система какая-то. Чтобы, ну, ну, настолько, что понятно, что в любом случае от президента будет многое зависеть. Ну, это никуда от этого не денешься. Но чтобы при смене руководства президента, чтобы у нас продолжали существовать такие, ну, интересные клубы. У нас сколько, ну, клубов исчезло с карты футзальные, ну, за, така, это, за всю историю. Така ж історія з Дніпропетровським будівелом, до якого ви повернулися, коли до рідного міста вже повернулися, догравали. Там фінансові проблеми, да, у нашого президента. І не з-за того, там, що він там хотів, не хотів, він просто вже, ну, не мог спонсировать, і все. І, как бы... Збірна України з футзалу довгий час була серед лідерів європейського та світового футболу. Найвищі досягнення 2001-2003 роки – віце-чемпіони Європи, друге місце, срібні призери. Це, ймовірно, максимум був на той момент у збірної.
Як ви вважаєте? Ну, максимум. Тому що потім максимум вичерпали і трохи зараз відкотилися. На самом деле ми могли і виграти. Ми проіграли іспанцям, ми проіграли тільки в дополнительне время. Тоді був до золотого м'яча проводились фінали. Вот. Ми пропустили этот золотой мяч и проиграли. Вот. А с Италией в 2003 году мы 1-0 проиграли, причем это с Италией проходил чемпионат Европы. Вот. Как бы шансы были, и могли мы и выиграть, и тот чемпионат могли выиграть, и тот чемпионат могли выиграть. Но не сложилось. Ну а что... Після цього вже результати скромніші, так, мабуть? Ну, я говорю, що рівень росте, повишається, і щоб конкурувати зі збірними, з топовими збірними, треба все время бути з ними на рівні, щоб конкурувати. І треба вміти обігрувати збірні, так скажем, такого уровня, крепкого среднего уровня, мы, если мы хотим находиться в элите, да, мы должны уметь их обыгрывать. Ну. Олександре, з 2014 року ви тренер національної збірної України з футзалу. Цікаво працювати на цій посаді і ваша мета як тренера збірної? Да, действительно, это очень интересная работа. Вот. Интересно работать с лучшими игроками, которые есть в стране. Вот. Я, как бы, когда пришел в сборную, мы, так скажем, не я, а мы, наш тренерский штаб, Валерий Легчанов, там, Владислав Корнеев. Мы, когда пришли в сборную, то изначально для себя мы хотели, чтобы сборная... Ну, у нас немножко, знаете, как психология... такая, мы не доминируем в игре, а подстраиваемся под соперника и стараемся уже от того, как играет соперник, принимать, уже играть от этого, Хотели поменять немножко эту психологию, и мы хотим, чтобы сборная Украины не подстраивалась под какого-то соперника. Понятно, есть отдельные игры, да, там, где надо, там уже когда идет... борьба стратегий, но чтобы сборная... Был свой стиль, так? Да, чтобы был свой стиль, чтобы сборная играла, могла играть первым номером не только против номинально более слабых сборных, а чтобы она могла и навязывать борьбу. Понятно, первым номером против там, Испании, Бразилии тяжело играть, но чтобы мы могли навязывать борьбу и не просто отбиваться, да, а действительно... І ми можемо це. Я уверен, що і... Ну, поки що не завжди виходить. От у лютому 2020 року збірна України не пройшла відбір на чемпіонат світу. Мабуть, перший матч був ключовим, так, проти господарів. Да, ми проіграли сербам, ми проіграли 5-2, проіграли Іспанії 3-1, з Францією зіграли в нічию 2-2. По результату, да, ми неудовлетворительно зіграли, зайняли 4-е місце в групі. Хоча вже вот. З Іспанією показали зовсім іншу гру, ніж з сербами. Досить потужно грали з іспанцями. Да, опять же, з сербами грали, це була перша гра. Это, я скажу так, гра нервів така була. Да? І зараз багато в упрек ставят и многие, но они все, правы, они правы, что все говорят, надо было играть так, как с Испанией, но это была первая игра, это была игра так нервов, игра вот кто дрогнет, кто не дрогнет, вот. А мы играли в Сербии, они хозяева, и где-то вот нам не хватило вот этого, так скажем, в игре нервов наши нервы дрогнули, так скажем. И мы, они нам забили, мы не забили. Ну, если так уже простым языком говорить, что... Ну, а потом уже, когда ты пропускаешь, понятно, мы там и 4-0 проигрывали, и... Но это уже от результата. Мы два мяча пропустили, и уже у сербов выросли крылья, они дома играют, поддержка трибун. Мы немножко дрогнули. Хотя мы могли, мы можем играть. И мы с Испанией потом вышли, и мы понимали, и мы говорим ребятам, что мы можем, и мы можем играть и с Испанией, и с, с любой командой. Просто надо, верить, и надо, не бояться проявлять себя. Вот.
Я, несмотря на результат, я благодарен всем ребятам, которые участвовали в этом отборе. Вот. Потому что все равно опыт, пусть он будет такой негативный, но это для нас колоссальный опыт. И если мы правильно сможем, если мы сейчас не будем искать виноватых, а если мы сделаем правильные выводы, если мы поймем, где мы ошиблись, поймем, что нам надо делать и как развиваться, и если мы понимаем, что мы идем правильным путем, если мы будем так же самое, ну, стараться и двигаться в этом направлении, то результат придет. Если мы сейчас начнем шарахаться, барахтаться там, то мы опять... Бажаємо успіхів національній збірній України з футзалу, вам особисто. І наприкінці програми бліц-запитання. От як ви бачите ідеальну картину розвитку футзалу в Україні? Хоча запитання таке. Ні, чого? Ідеальна картина – це розвиття дитячого футзалу. Це в кожному населеному пункті повинні бути створені умови хоча б для тренування дітей. Чтобы были залы, пусть это будут не огромные там дворцы, они не нужны. Для развития массового спорта нужны как раз вот такие вот комфортные, уютные залы, в котором в каждом микрорайоне города. Это не колоссальные деньги, это здоровье нации, это не обязательно футзал, это баскетбол, там, гандбол, там, это, ну, разные виды их спорта. Дуже да. Мало. Да, их вообще практически, дуже да, дуже их мало. Очень мало, да. И опять же, приезжая в другие страны, ну, всегда мы обращаем внимание на то, что ну, очень много залов комфортных, где действительно человек может, ребенок может прийти, и они переполнены, хотя по населению мы там превосходим там, многие страны. Но а они нас превосходят? Они нас за превосходят, залов. Да. У вашей биографии они... есть еще несколько интересных фактов. Вот вы чемпионом Украины с пляжного футбола, до речи, как тренер в 2010 году с Днепропетровской командой «Вибір». До речі, з клубом «Вибір» і з президентом Василем Андрухівим у вас дуже добрі професійні стосунки, так? Да, і з Василем Михайловичем Андрухівим, і Сергієм Михайловичем Андрусенко. Вони мене пригласили, коли я закінчив футзал грати, приїхав в город, от, і якби не було пропозицій, ну, и я встретился с Сергеем Михайловичем Андрусенко, и он мне предложил потренировать, тем более тогда «Выбор» играл и в футзал в городе, ну и в пляжный футбол летом. Да вы с «Выбором» выигрывали чемпионат міста, чемпионат области. Да, поэтому... И вот еще один интересный факт. Вот вы и сейчас продолжаете играть, и когда закончили профессиональную карьеру, играли на аматорском уровне, там, на уровне города, области, и сейчас играете в ветеранских соревнованиях. Что сейчас для вас главный спортивный принцип або поддержание формы? Ну, и то, и другое, наверное. Ну, когда уже спортивный принцип, ну, я пойму, что мне уже не под силу уже тянуть спортивный принцип, тогда это будет только поддержание формы. Пока что я понимаю, что я еще пока Зрозуміло. Могу чего-то добиваться, я буду стараться. И для меня спортивный принцип будет основополагающим. Я буду выходить и стараться всегда выиграть. Ваши побажания тем, кто бажає стать футболистом, футзалистом, спортсменом? Та, прежде всего, это самовоспитание. Самовоспитание, самодисциплина. Прежде всего, это внутренний комфорт. И занимайтесь тем, чем вам нравится заниматься, учитесь, занимайтесь саморазвитием. Вот, постоянно надо, жизнь не стоит на месте, она развивается с каждым днем, тем более сейчас такими темпами. Надо постоянно что-то учить, читать, ну, вот, и тогда оно все само собой придет. Если мы будем зацикливаться на каком-то моменте, там, вот там что-то вот. Нет, надо. Мне кажется, что вот развитие себя в целом, ну, не обязательно что-то одно, а вот комплексное развитие и спортивное, и
духовное и умственное, все это в комплексе. И тогда человек будет себя комфортно чувствовать, быть честным по отношению к себе и окружающим. Дякую за те, що прийшли на програму, дякую за щирі відповіді. Спасибо вам за приглашення, дуже було цікаво. Бажаємо вам успіхів. І на завершення програми беріть приклад з наших героїв і традиційне вам побажання займатися спортом і бувайте здорові. До побачення.